Всем привет! Очередное путешествие. Вот нашел в районе Хутыни памятный знак бойцам 229-й стрелковой дивизии, погибшим в боях за освобождение Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в деревне Хутынь. Просто снял так, чтобы показать, что вот есть такой знак памятный. 229-я стрелковая дивизия прибыла на Волховский фронт в середине февраля 43 года. Вошла в состав 52-й армии. И был неудачный штурм в районе деревни Хутынь, где погибло более 1000 человек. Вот памятный знак. Вот, собственно говоря, и все, что хотел показать, что есть такой знак, что люди помнят, слава богу. Было много снега, поэтому плиты, на которых выбиты имена, были не видны. Я взял фотографии из интернета, с сайта «Дом ветеранов». Типа так, вот эти плиты справа занесены снегом. И просто включил вот этот видеоряд фотографий, которые нашел. Вот некоторый фрагмент погибших из списка. А вот Хутынский монастырь, как раз он напротив Хутынского монастыря. Всем пока, всем привет, до свидания.